И все привет, дорогие друзья, с вами снова The Top Gamer, я приветствую вас в новом видеоролике по игре Statov 2 на моем канале. Ребята, прямо сейчас вы можете видеть, я нахожусь в режиме охоты за душами, халуйское обновление Statov 2, и прямо сейчас, в сегодняшнем видеоролике я выпущу дополнение к моему предыдущему видеоролику. В предыдущем режиме я вам рассказал о лучшей команды тактики по фарму опыта, но прямо сейчас я расскажу лучшей одиночной тактики, ее можно, вернее, использовать как и в одиночку, так и с командой. И эта тактика, в общем-то, заключается вот в этих вот проходах. Вы сидите тупо вот в этом месте на карте, и у вас пушка в руках, вы просто дефаетесь, слышите, откуда бежит зомбак, дух, и просто отстреливаетесь, либо же бежит оттуда, либо же отсюда. И у вас реально все, это реально рабочая тактика. Прямо сейчас давайте я вам ее продемонстрирую. Но для начала мне необходимо превратиться в живого и подобрать пушечку. Мне нужен срочно дроп, давайте быстрее, 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 сюда, 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 сюда. Давай, давай, превращайся, 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 алло. О, чёрт, ну, блин, очень долго вот это вот, конечно. Ладно, ребят, давайте прямо сейчас я поставлю видео на паузу и вернусь тогда, когда у меня удастся стать живым. Ну что же, вот у меня удалось добежать до этого места. Это просто иба, и сейчас я вам это докажу. Вы просто стоите в этом месте. Вот. Пожалуйста, я слышал его. Наша задача обязательно сидеть в наушниках вот в этом месте, и вы просто слышите, откуда бежит зомбак, дух, и вы просто его убиваете. Это реально имбовая тактика. Чёрт! Конечно, когда они их несколько. Когда их несколько, это, конечно, немножко напряженочка, да. Это потяжелее становится, но если они по одному подбегают, то это реально очень удобно. И сейчас я вам это еще раз продемонстрирую. Ребят, я попрошу вас распространить это видео по максимуму, потому что это тактика, о которой должны знать реально абсолютно все. Абсолютно все. Так, пушку мне, пожалуйста, давай. Все, спасибо. Я просто убегаю вот сюда и просто давай, давай, давай. Да черт, ну неудачно как-то я подпрыгнул, вообще жопа какая-то. Ну ладно, давай сейчас еще разок. Ну как минимум еще 3 минуты, да, до конца этого режима. Моя, вот, чел понял. Я вижу тут чела. Или он не понял? Я думал, чел тоже понял у нас в команде. Но походу он ничего не понял. Давай, давай, давай. А, на, отлично. Патроны, патрон, нет, жопа, просто жопа. Давай, чувак, защищай меня, хорош. Так, лучше идти реально вдвоем. Тогда один из вас будет стоять вот так, крыть вот этот проход, а второй будет стоять вот так и крыть вот этот проход. Слышу. Все. Вот. Это реально имба. Тут самое главное слушать, откуда бежит зомби, тогда будет реально легче. Чувак что-то понял или ничего не понял? Давай, чувак. Давай, давай! Ой, ну там их было двое, я не знаю, где он, тиммейт, что он там делал, но это реально имба. Тактика, реально галактика. Все, я не знаю, куда ты бежал, чувак, походу немножко не шаришь, что нужно делать. Вот чувак шарит, это, походу, чувак понял. Так, давай, 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 чувак! Чувак. Хорош, патрон нет. Блин, у меня патрон не было, жопа, жопа, жопа. Ребята, ну я думаю, вы уже поняли принцип этой тактики. Это реально наилучшая тактика для фарма опыта. И я попрошу вас реально еще раз распространить это видео. Вот там чел уже засели, мне кажется, они поняли, что уже делать. Или не поняли. У него патрон не было? Нет, патроны были. Так, еще раз демонстрирую вам эту тактику. Я уже дофармил 1000 сколько? Тысячу опыта уже дофармил, ни хрена себе. Давай, давай, убивай, убивай. Да ёпарым театр. Вот самое главное, реально сразу понять, откуда они бегут. Реально, тогда вам будет максимально легко. Юзайте тактику, ребята, пока она действует, потому что реально, это реально очень удобно, очень легко фармить вам опыт. Вот видите, я уже буквально за всю эту катку нафармил свыше 1000 опыта. Реально имба. У меня снова есть калашик, возвращаюсь на ту позицию. Давай! Да чё? Их там трое, господи. Ну как это было возможно? Это было невозможно задефаться. Окей, последние 30 секунд, и видеоролик буду подводить к своему логическому завершению. Отличненько. Забираю эмочку. И последний раз давайте уж туда сбегу.
Ладушки, ладушки, опять меня убивают. Но тем не менее, как можете видеть, результат реально очень хороший. 1410 очков. Ребят, хотя вы можете написать в комментариях, какой у вас рекорд в этом режиме. У меня рекорд, я, возможно, приложу вам сейчас скриншот, либо же нет. Но, в общем, у меня рекорд, по-моему, 2500. А какой у вас, напишите обязательно в комментариях. Ну что же, режим у нас, качка подошла к концу. Вот такая у меня статистика. Ребят, на этом видео, это видеоролик подошел к концу. В сегодняшнем видеоролике я продемонстрировал наилучшую тактику. Вы как можете действовать, как так и в одиночку, так и с командой. В режиме охоты за душами, в халутиком обновлении Stand-O 2. Юзайте тактику и распространяйте это видео, давайте, чтобы все об этом знали. Поможет друг другу фармить опыт бесконечно много. На этом все. С вами был я, The Top Gamer. Не забывайте подписываться на мой канал с колокольчиком, ставить лайк на этот видеоролик и писать в комментариях, как вам он. На этом все. Всем удачи и всем пока-пока. А, кстати, еще можете вступать в мою группу ВКонтакте, Телеграм-канал. Все ссылки в описании. С вами был я, The Top Gamer. Всем удачи и пока.